Google, Apple и Firefox заблокировали сертификат безопасности, предложенный властями Казахстана для установки на мобильные устройства. Google добавил в черный список наше программное обеспечение, сообщается на официальном сайте поисковика. В ответ на недавние действия правительства Казахстана, Chrome наряду с другими браузерами предпринял шаги для защиты пользователей от перехвата или изменения соединения TSL с веб-сайтами. Chrome заблокировал сертификат, сообщается в заявлении компании Google. Напомним, в июле абоненты мобильной связи в столице начали получать сообщения с рекомендацией установить сертификат безопасности. В нем говорилось, что его отсутствие может привести к проблемам с доступом интернет-ресурсов. Сейчас в столице Алматы и Караганде поданы гражданские иски против операторов связи с требованием признать незаконным навязывание сертификата абонентам. 6 августа КНБ заявил о прекращении тестирования сертификата.